Приветище! Это Trailmakers, или конструктор на заброшенной планете. Но поскольку я уже здесь, считаю, что это не заброшенная планета. А тем временем от меня пытается убежать машина. Посмотри, она скатывается. Вот металлолом неблагодарный. А слева от меня, кстати, стоит красный обломок. Вот он, красавчик. Очень много комментариев в прошлой серии было о том, что этот обломок нужно доставать магнитом. Но что поделать, если у меня его тогда не было? Я его доставал подручными средствами. И, в принципе, у меня это неплохо получалось. И действительно, когда я к нему подъезжаю, что-то сейчас не вылазит, но вылазит окошечко, что это хрупкий металл, и его стоит доставать именно магнитом. В этой серии мы отправляемся на поиски обломка, где есть магнит. Ну, а с тебя, конечно же, лайкос и подписочка, если ты еще не подписан, так что подписывайся скорей. Усо, транспорт переделан. Теперь можно отправляться на поиски магнита. Единственное, Яшир знает, где он находится. Диспенсер бетонных стен? О, какое-то слишком умное слово. Но погоди, дай-ка я предположу, что это... Штука может ломать стены. Или возводить стены. Короче, сейчас мы ее возьмем и посмотрим, что эта штука умеет делать. Давай, хвостик. Подбирай-ка этот камушек. Оп. Теперь поднимаем. Вот так. Теперь ты не должен упасть. Я думаю, что не упадет. Югу! Ну-ка, расскажите нам, что это за штука такая. Короче, эта штука находится в устройствах. Диспенсер бетонных стен — это блок, выдающий бетонные стены. Вау! Давай-ка мы его куда-нибудь прицепим. Только куда? Куда мы его прицепим? Вот таким вот образом, может быть, я не знаю, как пушка. Больше, конечно, похоже на реактивный двигатель или на преобразователь черных дыр. Ладно, давай посмотрим, что эта штука умеет. Так. Значит, жмем кнопочку. Нифига себе! И диспенсерный блок у меня отвалился. Еще разок. Уху! Да я ёкарный строитель теперь. О, смотри, там что-то написано. Hello up. Привет сверху. Это, короче, все-таки оружие. Я так полагаю, что эти штуки, как ракеты, должны скидываться сверху. Ну, то есть самолета. Ну, знаешь, как ядерные бомбы, только они не взрываются. Я их, конечно же, могу вот так вот построить. И могу также убрать их. Хоп-хоп-хоп-хоп, и все. Здесь, на этом островке, мы собрали все. За исключением вот этого металлического обломка. Поехали к нему. На нашей амфибии попробуем туда пробраться. В принципе, он недалеко. Так что я думаю, что мы туда доплывем. И посмотрим, где он там. Вон он, островок. Короче, понятно, вон там он находится блок. Черт подери, надо было сразу наверх посмотреть, прежде чем прыгать. На остров можно попасть только вплавь. Это неудивительно. Преобразуем нашу тачку в амфибию. Оп, и поплыли. Это что-то у меня какая-то подводная амфибия получилась. Переверните нас, пожалуйста. Что ж такое-то, почему тачка-то переворачивается? Господи. Так опять, как так-то? А-за-за! Щавельный борщ! Еще разок мне сюда машину поставьте. Я съеду тихонечко вот так вот. Да капец! Вверх тормашками! Я знаю, что вверх тормашками! Вы можете мне... Вот, наконец-то, наконец-то! В кои-то веки получилось. Я уже думал, посидею, постарею. Уже хотел разобрать эту амфибию, построить что-нибудь другое. Заехали на островок, давай посмотрим, что здесь за красный осколок. Это клин. Смотри, 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 что это такое. Еду я такой, еду и смотрю, тут красных всяких штук очень много. Какое-то желе. А, это цветок?
Это цветок, к нему можно подойти? Я надеюсь, не бомба... Вот это подстава! Я понял, эти цветки желательно обижать, это как минное поле. Хорошо. На скоростях проезжаем здесь. Нифига себе, их все больше и больше здесь становится. Может быть нам сделать вот так вот? Давай, тачка, заезжай, я знаю, что ты можешь. И все. Вот мы и объехали это минное поле. О! Нашел. Цветочки охраняют небольшой обломочек и дрона. Что за обломочек? Это энергоблок. Господи, на кой черт мне этот энергоблок сдался? Ладно, попробуем его отсюда вытащить. Не бросим своих на просторах заброшенной планеты. Теперь аккуратненько надо здесь проехать и не подорваться. Все. О, птичка! Ха, нет, птички, здесь мы так заработали. И будет чем поужинать. Пчелка! Ну иди сюда, пчелка. Качелка улетела от меня. Ладно, не буду за ней гоняться. Что это за остров такой подрывной, а? Так и норовит меня взорвать этими цветками. Тут у нас чего? Клин 2 на 2. Ладно, пускай будет. Забираем. Клин доставлен. А, тихо. Чуть не подорвался. Вот это я грохнулся. Фух, выехал. Что у нас на этом островке еще есть? Вон там блок вижу. О, пещерочки. Давно их не было в моих приключениях. Но сперва смотри. Ну, мы соберем два осколка. Первый осколок — это фара, вариант 2. Кстати, прикольная такая фара. Забираем. А здесь что за кусочек? Тоже фара. Задняя фара, вариант 2. Теперь у меня будут задние фары. Это же просто чумачечи. Освещать не только спереди, но и сзади, это просто здорово. Задняя фара разблокирована, давай ее поскорее сделаем. Спереди фары. Блин, эти фары вообще не светят, слушай. Передние. Как с такими ездить можно? Чё это за свет такой? Ты посмотри. Ты посмотри, как... Лучше я уберу их. Не буду позориться. Хотя нет, пускай они стоят. Мы сделаем вот так. Мы их переместим вот сюда вниз. Здесь тоже сделаем. И сверху еще лупанем вот такие вот фонари. От этих толку гораздо больше. О, вот это я понимаю. И сразу светло, как днем. Ну, а теперь можно отправляться в пещеру. Считай, все для этого и затевалось. Чтобы заехать в темнючую пещеру. У-ху-ху-ху-ху. Со дна надо доставать. Вон он, внизу. Плехи, плехи наши дела. Очень плехи. Вот мы и добрались до левого большого острова. Я уже вижу кучу светящихся желтым обломков. Так что нам предстоит здесь куча работы. Сразу же вижу огроменных размеров блок. Там он наверху. Подожди, это что, пустыня какая-то? Смотри, какие здесь пески. Как дюны прям. А вот он и наш блок. И что же ты скрываешь, обломочек большой? Простой хвостовой плавник. В принципе, дрон вон он. Я его смогу дотолкать? Ну, вполне вероятно, что смогу. Давай попробуем. Опа! Муравей, настало твое время, погнали. Ты у нас главный толкач. О-хо-хо. Ты слышишь эти звуки? Что это за звук? Такое ощущение, как будто это вулкан где-то. Или это мой шар так катится. Непонятно. Блин, здесь огромная горка. Я этого не учел. Так, ладно, обломок. Фиг с тобой.
О май гарбл, ты слышишь их? Может, там какой-то монстр или мутант живет? Сколько обломков проехал. Надо туда как-то наверх заехать. Значит, это все-таки действующий вулкан, да? Я, конечно, все понимаю. Там вон и дрончик, и обломки есть. Но, походу, сюда рановато мне. Без вертолета, самолета мне здесь делать нечего. Блин, я надеюсь, что я здесь хотя бы найду обломки магнита и обломки самолета. Ну, пора бы уже. 42% собрал космический корабль, а ни реактивных двигателей, ни крыльев, ничего, чтобы меня подняло вверх, в небеса. Ничего нет вообще. Че это за бомжар такой? Чудо-горе-инженер, блин. Здесь вот вижу какой-то заездик. Поехали глянем, что там. Здесь очень крутой трамплин есть, который позволит нам перепрыгнуть вон туда. Но я боюсь, что мощностей у меня пока нет таких. Я даже боюсь представить, какие скорости нужны, чтобы преодолеть этот обрыв. Вижу первый маленький обломок, который мы можем отсюда увезти. Давай посмотрим, что это. Это обычный энергоблок. Чуть-чуть. О, там вон недалеко от дрона еще один огромный обломок. Смотри, на каком выступе он находится. Надеюсь, у меня получится его забрать. Космический корабль завершен на 47%. Обалденно, конечно, но у меня еще нифига нет. Рессора подвески. Блин. Есть. Столкнули. Шикарно. Ну все. Дальше. Опс. Хотел сказать, дальше фигня, но я потерял двигатель. Я думаю, что надо муравьишечку призвать. Да. Да. Без муравья здесь не обойтись. Муравей! Муравьишечка, хелпани-ка нам. Рессора подвески разблокирована. Чудесно, просто чудесно. Давай-ка попробуем переделать наши баги. Сделаем ему нормальные рессоры. Не вот это вот то, что у нас тут самодельная какая-то ерундень, это мы удаляем. Ну, сразу же другой вид, да? Просто обалденный. Ну все, наш баги готов. Давай посмотрим, как он на этих рессорах теперь будет гонять. Оу. Можно вот эту ерундовину, конечно, столкнуть. Давай попробуем туда перепрыгнуть. Максимум скорости. И полетели, и нифига мы не долетели. Давай попробуем сделать по-хитрому, как мы это умеем. И просто ее сюда заносим. Опа-на! Ха-ха. Как ты ее умеешь? Что это такое? Это реактивный двигатель «Грубая сила». Наконец-то реактивный двигатель! Так, сталкивайся, Ага, тяжелый камень, фиг столкнешь. Муравьишка! Ништяк. Давай столкнем эту штуку. Чпиньк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хочу реактивный двигатель. Сейчас мы на баге поставим реактивный двигатель. Это должно быть умопомрачительно. И тогда я смогу здесь перепрыгивать такие каньоны, такие овраги, что и не снилось. И... Нужен. Есть! Реактивный двигатель в нашем распоряжении. Космический корабль завершен на 50%. Ну, конечно же, реактивный двигатель — это одна из составляющих космического корабля. Обалдеть просто. Ну-ка. Так, значит, что мы делаем? Удаляем вот эти двигатели. Блин, а ничего страшного, если я реактивный двигатель поставлю перед пилотом. Интересно, пилот сгорит к чертям или нет? Вот сейчас-то мы это и проверим. Значит, вот он, этот реактивный двигатель. Ух, какой он. Боюсь представить, с какой мощностью он сейчас будет валить. Если будет вообще. Вот мы его поставили прямо перед водилой. Все, что будет сейчас из реактивного двигателя исходить, вот эти языки пламени, они будут прямо на водилу изрыгаться. Но я думаю, ничего страшного. У нас водила в каске, так что им пофиг. Ух ты, какие звуки ты слышишь. Прямо сейчас реактивный самолет заведется.
Ну-ка. Там, конечно, пукан водили нашему поджигает, но ничего, думаю. Че, пойдем попробуем перепрыгнуть? Ёшки-матрешки, нифига себе, вот эта скорость. Реактивный двигатель-то раскаляется. Он нифига не охлаждается. Ё-моё. Короче, реактивный двигатель у нас долго действовать не может. После того, как он раскаляется, он сразу же останавливает свое действие. Это, конечно, не очень хорошо, но я думаю, может быть, нам хватит перепрыгнуть вот этот вот овраг. Что ж, прежде чем мы это сделаем, мы сделаем вот так. Реактивный двигатель сюда, реактивный двигатель сюда. Вот эту штуку, я думаю, нам лучше убрать, она нам не нужна. Нам желательно поставить все же двигатели, хоть какие-то, чтобы они дали нам первоначальный разгончик. Ну и, конечно, хоть какие-то крылья, чтобы во время полета мы могли как-то маневрировать. Я понимаю, что это не те крылья, но то, что есть. Вот как-то так наш драндулет выглядит. Очень жестко. Да, мы эту конструкцию сохраним. А еще покрасим все это дело в красный цвет. Это же все-таки реактивная машина. Ну что? Давай попробуем. Я думаю, что у нас должно все получиться. Летим, летим, летим. Точнее, разгоняемся, разгоняемся, разгоняемся. Врубаем двигало. Ух, не хватает, не хватает. Не хватает. Не хватает нам мощи. Может быть, побольше влепить двигателей? Но, кстати, хочу тебе сказать, что крылья делают свое дело. Я все-таки как-никак в воздухе держался при помощи них. Давай побольше крыльев сделаем. И теперь мы поставим еще один двигатель. Это у нас будет третья ступень. Вот так вот она будет стоять. На других двигателях. А, на других двигателях. Нет, можно все-таки ее поставить. Отлично. И этот реактивный двигатель будет изрыгать свое пламя прямо в лицо нашему водиле. Он нифига не будет видеть. Но думаю, что получится. А, подожди. Подожди, это у нас третья ступень, поэтому нам нужно переназначить другую клавишу. Это будет у нас X. То есть смотри, эти врубаются двигатели отдельно, этот отдельно. Все, все, все должно получиться. Что ж, берем разгончик. Так, 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 прыгаем. А, нет, не получается. Не получается. Хорошо, есть у меня другая идейка. Во-первых, давай на ровную поверхность встанем. Беги, маленький мальчик, со своими маленькими ножичками на ровную поверхность. А здесь вроде более-менее ровно. Значит, что мы делаем? Мы строим здесь платформу. Вот такую вот платформу, я думаю, нам будет достаточно. Что мы делаем с тобой? Мы сейчас попробуем просто подняться в небо. Для этого нам, конечно же, нужна кабина. Дальше нам нужны реактивные двигатели. Их мы ставим вот таким вот образом. То есть, получается, это своего рода квадрокоптер на реактивных двигателях. Слишком мощно звучит, да, для этого? То есть вот, с каждой стороны у нас имеется реактивный двигатель. Ну что, давай попробуем. Посмотрим, полетим, не полетим. Нифига себе, не... А как приземляться? Подожди, подожди, подожди. Ё-моё. Вот это... Как управлять этой штукой? Безбашенной. Чё я творю? Двигатели перегрелись. Перегрев двигателей. Надо сесть, только не на воду. Я не представляю, как я поворачиваю, но я как-то поворачиваю. Божечки мои. Квадрокоптер сошел с ума. Приземляемся, приземляемся. Фух, я здоров, я жив, аллилуйя. Вот это да, вот это да. Есть у меня одна идейка. Есть одна идейка. Я, конечно, не знаю, сработает она или нет. Короче, давай сделаем вот так. Этот двигатель у нас будет придавать ускорение. Ой-ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Ладно, хорошо, не высоко взлетел. Ладно, короче, взлетаем по максимуму. Вот это вертуханы у меня. Я понял, в чем дело. У нас потерялось равновесие. Поэтому мы переворачиваемся. Нам нужно такой же двигатель напротив поставить. Вот. То есть этот двигатель у нас будет отвечать за вперед. Этот двигатель будет отвечать за назад. Че, давай попробуем. Во! Вот это другое дело. Летим вперед.
Я себя чувствую реально космонавтом каким-то. Ну вот уже более-менее. Мы научились балансировать. Может быть еще двигатели поставить? А, нехватка энергоблоков. Все понятно. То есть максимум реактивных двигателей я могу сделать всего 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук. А на что поднимаемся наверх? Ух! Как взлетели. Поднимаемся наверх. Все выше и выше и выше. И пытаемся перелететь вон туда, на тот островок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не так. Не так все пошло, но мы держимся. Но мы держимся. Черт подери, все не так. Короче, с этими штуками нужно экспериментировать. Ну а эксперименты мы оставим на следующий день. Здесь очень быстро дни проходят. Ну а с тебя, если понравился этот выпуск и наш невероятный квадро-реактивный коптер, оставляй свой лайкос и подписывайся, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в новом видео. Ой-ой-ой. У меня что-то двигатель отвалился.